Саша, глупенько, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем пятничный стримчик. Я вас всех рад приветствовать. Так сказать, мое почтение. Я случайно выключил микрофон. Вы только посмотрите, человек коллекционировал динамики, блядь. Сука, какой еще градус коллекционирования вам нужен? Я не знаю, это ж страшно. Вы просто вдумайтесь, человек динамики коллекционировал. А потом все решил продать. Понимаете, в Европе там автомобили строят из айфонов, блин. И говорят, что же вы делаете, люди, выбрасываете старую технику. А у нас в России люди динамики собирают, старые приставки собирают, старые телефоны собирают. Все собирают, понимаете? Все поголовно. Вот все, что вам в голову можно прийти, люди это коллекционируют и собирают у себя дома. ШП, СЧ, ВЧ, рупоры, бас, все рабочее. Стало негде хранить. У нее преждевременно сохранять невозможно. Отошли воды. Началась родовая деятельность. Мариночка, что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу. Родовую. В плохом состоянии. Ребенок еще хуже. Срок маленький. США, Япония... Опять напугали. Вот это да. Офицер Алекс Кеннеди, вам поступило задание лететь в Москву и найти и спасти сына президента Станислава Андреевича. Выход на связь из его съемной штаб-квартиры. Спасибо, будет сделано. Короче, Sony это, ну в те года, вот это профоборудование Sony, оно было ну супер просто круто. Это Олежа снимает. Оборудование Sony, оно было ну, супер просто круто. Это Олежа снимает. Олег, прости, я совсем не доначу тебе, потому что нигде не работаю и сижу у мамы на шее. Еще я сижу на всех твоих стримах и готов ради тебя на все. Кстати, не мог бы ты убрать грязь у себя под носом? Охуенный донатик, конечно. Грязь под носом убрать. Грязь под носом это, наверное, мои усы. Привет, ребятки. В общем-то, очередной гложик. Эта игра у меня есть, как сказать, на диске, но у меня обложка не распечатана на нее. Надо хоть черно-белую распечатать, потому что у меня черно-белый принтер. Чисто, мать его, на позитиве, давай в Crash Bandicoot. Окей, без проблем, Blackroom. Спасибо большое за поддержку и за заказ. Поиграем на позитиве после этой самой симфонии ночи. Уже два заказа на игры, мое почтение, отличный вариант. Спасибо вам, ребята, за поддержку, деньги никогда лишние не будут, очень приятно. Я сейчас безработный, поэтому единственный мой доход это ваша поддержка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ни хрена себе. Донатик добренький залетел. Сегодня смотрим фильм «Нет», но P2022. Я на него, наверное, уже 1010 в сумме задонатил. Поэтому смотрим на LED в 4K HDR. Тем более фильм очень темный местами. Ставь на закачку сейчас. Нет депрессии. Спасибо большое, Дим. Спасибо, все, без проблем. Смотрим фильм «Нет».
Без рулеток, без всякой хуйни. Спасибо, Дим. Вот это я называю поддержка, блять. Вот это да, Димк молодец. Олежу порадовал, так сказать. Хоть кто-то, блин, порадовал. О, хорошо, блять. Вот это я рад. Как только большой донат залетает, у меня настроение сразу же поднимается. Сразу, блять, минус депрессия, минус все. Что меня радует больше всего, так это донаты хорошие, добренькие. Как добренькие донаты, как топовым стримершам прям. И как Виталику ЧД. Босс крысу Бонет даже мут не дает для начала и не пишет причин, а ее не было. Потом сидит гасится до последнего. Посмотри, скольких он так забанил. Он походу главный твой гейтер лишает донатов. Босс только одного человека забанил. За ресивер, который купит только придурок, и все. Больше никого не банят. Ну, можно предупреждать сначала, прежде чем банить. Если что-то такое неочевидное, можно сначала написать. 30 секунд. Вон, босс написал, только одного забанил. Ты наговариваешь на босса, Максим, уже перепарщиваешь. Босс одного человека забанил и честно сказал, за что забанил, и все. А не как ты там пишешь, что он кого-то там банит. Так что не надо. Не будете всякую фигню в чате писать, никто никого не забанит. Просто так никто никого не банил. Босс одного человека забанил, так это он написал за что? За подъебочку про ресивер. За ресивер я бы не стал банить. 3 секунды дал, конечно. А вдруг кто не в курсе нафиг, что это за ресивер? Олег, расскажи про свой последний гомосексуальный опыт. ГАМСЕКСУАЛЬНЫЕ КРАФТЫ. Спасибо. Я вам сказал, такие донаты нельзя присылать. Я пользуюсь, пока модерировать не могу. Я такое пропускать не буду больше, когда буду видеть, что вы донатите. Блядь, их хрен догонишь. Два предупреждения по 300 секунд, далее бан. Ну вот давайте так тогда, хорошо, чтобы никто ни на кого не наезжал. Два предупреждения по 300 секунд, потом бан, и все. Человек понимал, за что его забанили.
Никто не наезжал на модераторов, блин. Прости, не знал, что такое нельзя присылать. Тогда расскажи про гетеросексуальный опыт. Спасибо. Нельзя присылать любую хрень гейскую, я это тысячу раз уже говорил. Про сексуальный опыт я рассказывать не хочу. Потому что это не тема для обсуждений на пятничных стримах про всякие... сексуальный опыт рассказывать. Нашел тоже что спросить, блин. Да бляха-муха, я упал нахрен, меня задавили к чертям. Любите демон со Старборга? Хорош он, с наполнением, лицензионный. Помнишь, как тебе в сарае делали, ты кричала а-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 
Вообще хорошо. Непонятно абсолютно. Про что? Что это? Кто там что делал? Ни хрена непонятно. Так, давай демона Старборг посмотрим. Что за игра вообще? Олег, показали ваш канал. Спасибо вам за поддержку ЛГБТ-сообщества и продвижение идеи равенства и ЛГБТ+. Благодарность за вашу смелость и открытость в это время. Уважение от всего сообщества. Да, это охуенно у меня донат от Греты Тунберг. В сарае тогда делали мне. Это я кричал ай-ай-ай. Олег тогда на стрёме за баней стоял с пеструном в руке, я видел. Ну, это как Кастельвания игра, короче. Так, а чё, я долго без звука, что ли, говорил? Ну ладно. Ну я говорил, что у меня две игрушечки. Вот одна игрушечка вот эта, новиночка. 15 тысяч стоит примерно картридж. Вот, новенькая, вышла совсем недавно. И вторая игра, вторая, она $1000 стоит. Её поиграть невозможно нигде. Поиграть может только на картридже. Картридж косарь баксов стоит, потому что он очень редкий. И потому его маленьким тиражом выпустили и пересдавать не хотят. Трюмо сервант буфет. А это что? О, нихуя себе. Это у нас какая-то подземелье. Что думаете, я такой фанат Сеги, что купил бы игру за 100 тысяч? Спасибо тебе за вчерашнюю ночь. Ты был на высоте. Только я расстроен, что ты мои $1000 потратил на игру для Сеги. Ты ж говорил, на ипотеку купишь. Жду тебя в среду. Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, нихуя себе. Да нафиг, добренький залетел. Олег, убираем идею у босса. Он сам этого попросил в чате на его условия. Если не уберешь, рефан. Максим, а я не говорил, чтобы ты донатил 5000, и я с него модерку. Олег, пусть донатит тебе прямо сейчас 5000, и я отказываюсь от модерки. А, ну хорошо, окей. Если ты сам это просишь, 5000. С этого канала, а еще передать. Ну хорошо, давай я сниму. Раз босс сам просит, тогда я сниму с него модер. Все снял. Так бы не стал снимать. Ну хрен с ним.
Вот ты даешь, конечно, пиздец, блядь. 5000, не жалко тебе 5 косарей донатить на это? Да, терминатор, хорошо. Добренько. Олег, ты сделал фуцинов модераторами, а Клоксер, как всегда, упился охотой крепко и разбрасывается баблом по пятницам. Ай ты за... Я сделал все правильно, как надо было сделать. Да, блять, что за гондон в шляпе? Ладно. Так, иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена-то?